Начинается у нас второй полуфинальный матч за первое четвертое место между командами ВА Подмосковье Дубль и командами Красный Яр. Красный Яр приехал очень молодым, хорошим составом, который, как мы видим, борется за выход в финал. Также очень молодой состав у Дубля ВА. Посмотрим, чья молодежь будет сильнее сегодня. Дальний удар. Начальный с центра поля. Игроки ВА Дубля пытаются прорвать оборону. Хорошая игра на руках. Перевод мяча в землю. Очень широко стоят регбисты ВА. Очень хороший контакт. Очень хорошие. Подняли игрока в воздух. Держат его в воздухе, не отпускают. Регбисты Красного Яра. Мяч в раке выводится. Широко играют. Удар по центру. Четыре игрока было в ВА Дубля против двух, но решили сделать удар по центру команда ВА. Очередной захват. Очередная борьба в раке. Но не откатывался игрок Красного Яра. Нарушение. ВА Дубль быстро разыгрывает мяч. Попытка удара на 15-метровой отметке. Очень на хорошей скорости входит игрок, но отсутствует поддержка. Не очень хороший вывод мяча. Попытка пройти снова через центр, нащупать брешь. Очень хороший пас на крайнего. Удастся ли прорвать? Безуспешно. Очень хорошо на руках играют регбисты ВА Подмосковье. Дубля. И оканчивается все результативной попыткой. По центру. 5-0. Сергей Мысин делает счет. И надеемся, легкая реализация для игрока ВА Дубля будет. Долго готовится к этой реализации. И успех. 7-0. Надеемся, есть чем ответить регбистам Красного Яра. Хороший удар. Красный Яр отыгрывает мяч в свою сторону. Посмотрим, как они будут развивать атаку. Попытка ближе к краю пройти. Безуспешно. Очень хороший перевод. Быстрая игра на руках. Снова удар по центру. Хорошие дальние действия. Хороший перепас. И 3 в 2, можно сказать, выходят регбисты Красного Яра. Выбирают удар по центру. Очень замечательное действие 15-го номера игрока Красного Яра. Проход по центру. И счет становится 7-5. Богдан Федотко принес очки своей команде. И посмотрим, смогут ли сравняться по очкам после реализации команды Красного Яра и ВА Дубля. Да, успешно. Счет становится ничейным 7-7. Дмитрия Сухина. Ничейный счет 7-7. Интрига возобновилась. Мяч будут вводить в игру игроки Красного Яра.
Хорошая свечка. Отыграли регбисты Красного Яра. Мяч. Дополнительно еще. Игроки ВА под Москвой нарушают правила. Быстрый розыгрыш. Но очень хороший захват. Опасный, на мой взгляд, был захват со стороны ВА Подмосковья. 3-1 выходили регбисты Красного Яра. Но, к сожалению, игра вперед не позволила прогнать мяч до края и набрать дополнительные очки. И в схватку будут вводить мяч игроки ВА Дубль. Два в три выходят игроки ВА Дубль. Но удается им сохранить мяч. Посмотрим, как в раке они. Удалось и в раке сохранить. Восьмой номер Красного Яра играл в раке руками, что является нарушением. Перевод с одной стороны на другую. Попытка удара по центру. Неудачно. И еще игроки ВВА нарушают правила. Мяч переходит во владение Красного Яра. Игра в крест в исполнении игроков Красного Яра. Опять нарушение, ВВА дубль. Продолжает Красный Яр подбираться к защитке соперника. Уже в 22 метрах они находятся. Подъем мяча. Еще пару метров было отыграно. Очень хорошая сейчас возможность для игроков Красного Яра. 3 в 2 выходит. Пас на крайнего. Что сделает? Не получилось прорваться. И дополнительно еще они нарушили правила, игроки Красного Яра. ВА Подмосковье пытался быстро разыграть, но судья вернул мяч на точку. В аут будут выбивать мяч игроки ВА Дубль, чтобы выиграть необходимое территориальное преимущество, постараться выйти из своей зачетки, поскольку любое неправильное действие или ошибка позволит сопернику набрать очки. Красный Яр отыгрывает чужой коридор. Очень хорошо. Очень хороший прорыв, но без поддержки потеряли темп игроки Красного Яра. Не знают, в какую сторону. Хороший уход. Подъем. Но 3 в 1 выходили игроки Красного Яра, но не удалось им прорваться. Только с нарушением правил игроки ВА Дубля могут остановить эту атаку, и получает желтую карточку игрок ВА Дубля. Удален на 2 минуты Николай Дорошилов. Николай Дорошилов получил эту желтую карточку. И сейчас очень несогласованные действия регбистов Красного Яра в чужой. Уже близко были к зачетке, но потеряли. Посмотрим, что в меньшинстве будет делать команда ВА Дубль. Как они распорядятся этим временем в отсутствие своего игрока. Хорошо играют, зарабатывают еще один штрафной. Не надо им сейчас спешить, наверное, в меньшинстве. Но решили они разыгрывать на руках. Очень хороший проход внутрь игрока ВА Дубль. Но потеря мяча. И урбисты Красного Яра пытаются за счет балансированных действий пройти центр поля. Не получается пройти у них. Нарушают. За разговоры судья наказывает Красный Яр дополнительно переносом мяча на 10 метров. Пока все очень хорошо складывается для команды ВА Дубль. Могут они сдержать натиск соперника. Очень хорошо идут на руках. Очень хороший удар. Перевод в землю. Дальнейшая перепасовка.
Снова рак, но теряют. Снова теряют регбисты в дубле. Мяч. И Красный Яр очень хорошо прорывается по центру. Хватит ли скорости игроку Красного Яра, чтобы уйти? Вопрос. Потерял ли игрок мяч? Попытка все-таки фиксирует судья. Посоветовался с нашим прекрасным рефери за воротами. И Красный Яр все-таки в большинстве смог заработать результативные очки. Счет у нас становится 12-7 в пользу Красного Яра. Команде Вань нужно что-то предпринять, что-то сделать, чтобы попытаться сделать счет ничейным, а может быть даже и попытаться выиграть этот матч. Реализация Красного Яра не точная. 12-7. И у команды ВА есть очень хорошие шансы для того, чтобы занести попытку, тем самым сравняв счет. А если еще они забьют реализацию, таким образом они смогут победить в этом матче. Итак, у нас закончился первый тайм. Предлагаю всем сделать небольшой перерыв. Скоро вернемся. Возвращаемся мы на стадион Академии регби, где у нас проходит второй день второго тура чемпионата России по регби 7, в котором у нас определится чемпион России. Напомню, что во втором полуфинале за первое-четвертое место у нас встречаются сейчас команды Красного Яра и команда ВА Дубль. Впереди у нас команда Красного Яра со счетом 12-7 они ведут. Выход из своей зоны ногой регбистами Красного Яра. И с середины поля будет разыгран коридор. Команда ВА Дубль будет вводить мяч. Не очень удачный ввод мяча. Еще раз будут бросать. Надеемся, это будет более удачно. Ох, хороший розыгрыш, перевод на линию трех четвертных. Сохранение мяча. Посмотрим, сохранился мяч или нет. Рефери разрешает играть. Вырвали мяч регбисты Красного Яра в раке. Продолжают наращивать свое преимущество. Переводит
на крайнего трехчетвертного. Ускорение очень хорошо ушел от захвата игрок Красного Яра. Разворачивают атаку в другую сторону. И регбисты Красного Яра 2 в 1 выходят практически. Но снова захват. И нарушают регбисты Красного Яра. Ва Дубль у нас уже играет в полном составе. Не прошли 5 метров регбистов Ва Дубль. И снова нарушение уже их исполнения. Красный Яр быстро разыгрывает мяч. На хорошей скорости идут. Ушел игрок от одного захвата. Пас в центральную зону. Пытаются раскачать игроки Красного Яра защиту Ва Дубля. Это им удается. Выход 3 в 1. Что, смогут ли нарастить преимущество? Очень неудачный пас, но... Да, удается игрокам Красного Яра по краю занести попытку. Это у нас 14 номер, Овчинников Иван. Приносит очень важные очки своей команде. 17-7 у нас уже. Отрыв составляет 10 очков. Может вырасти разрыв до 12 очков. Посмотрим, как будет исполнена реализация. Очень хороший по силе удар, но немного не точен. Надо что-то делать регбистам ВВА Дубль для того, чтобы вернуть интригу в этот матч. Но я думаю, команда Красного Яра не захочет этого делать. 17-7. Посмотрим. Очень хороший удар и очень хорошая ловля в исполнении 17 номера команды Красный Яр. Это Фарков Глеб был. Но, к сожалению, не могут сохранить мяч, нарушают. Атаку уже команда ВВА Дубль. Очень хороший захват. Быстрый перевод мяча. Ушел от одного захвата. Попытка борьбы в раке. И игроки Красного Яра выигрывают этот мяч. Видно, как ребята Красного Яра заряжены на игру, как они стараются. Борются за все мячи и в раке, и в захватах. Отыгрывают они еще пространство ударом в аут. Будет коридор разыгран. Обманные действия. Подъем игрока Красного Яра. Хороший сброс. Перевод на веер. Очень хороший прорыв по центру 9 номера. От двух игроков удалось ему уйти. Захват. Очень хорошее. Наращивают сторону игроки Красного Яра. Пас на 15 номера по краю. Не удалось ему уйти. Разворот в другую сторону. Очень хорошо можно сыграть. Длинный пас. Убежит ли игрок? Сейчас судья. Да, да. И еще одна попытка Красного Яра. Серьезная заявка на выход в финал. 22-7. Наверное, уже менее полутайма осталось для того, чтобы команда ВВА Дубль могла исправить ситуацию сложившуюся.
попытку совершил 10-й номер команды «Красный Яр» Дмитрий Сухин. Посмотрим, насколько будет точна реализация. Сложная очень с края. К сожалению, мяч не долетел. Все, уже, как оказывается, время матча закончилось.